Хочешь узнать о жестоком празднике древних кельтов? Хэллоуин – современный праздник, восходящий традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современной Великобритании и Северной Ирландии, отмечается традиционно в канун Дня Всех Святых 31 октября. Главным символом праздника является светильник Джек-фонарь. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее, усмехающееся лицо. В Шотландии в качестве символа Хэллоуина выступает не тыква, а репа. Облачение в карнавальные костюмы – сравнительно недавно возникший элемент праздника. Изначально костюмы были образами уродливых и исхудалых лиц, но уже к началу 2000-х они начали приобретать все яркие и яркие образы, и сам праздник начал превращаться в шоу. Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому появилась еще в Средневековье. В Англии и Ирландии бедняки издавна ходили по домам и выпрашивали так называемые духовные пирожные. В обмен за это они обещали молиться за души умерших их хозяев. Помимо выпрашивания сладостей и ношения разнообразных костюмов, празднование Хэллоуина также связано со специфическими играми и гаданиями. Обычай основывался на известном поверье о кровавой Мэри. Это гадание заключало в том, что молодые девушки должны были подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале якобы должно было показаться лицо будущего мужа. Но девушка также могла увидеть и череп. Это означало, что она умрет, Хэллоуин так и не выйдя замуж. Это была Алена. До новых встреч. Счастливого Хэллоуина.